месяц Рамадан старались совершать больше хороших, добрых, благих деяний, среди которых вот это тоже угощение, чтобы каждый по мере возможности, как мог, старался делать такие деяния, которые Аллах доволен, этому тоже, чтобы Аллах нас побуждал, да Аллах тауфик нам в этом тоже, братья. Этот месяц Аллах дает для того, чтобы человек изменил свои нравы. Пост, он не просто, чтобы мы голодали, да, чтобы мы не кушали, не пили. Аллах пост для нас сделал для того, чтобы мы меняли свой нрав, свой характер. Чтобы оставили плохое, оставили дурное и улучшили свои качества. Это одна из главных мудростей поста, того, чтобы человек изменился и стал больше покорным, хорошим рабом Всевышнему Аллаху. Поэтому, да, чтобы вот такой вот маджлис, вот здесь разные братья разных собрались национальности, очень приятно. Честно скажу, мне очень приятно вот так, чтобы мы всегда собирались. Чтобы у нас, в нашем городе, да Аллах, чтобы джамаат всегда был сплоченный. Чтобы не было никаких разногласий, разделений. У нас Аллах единый у нас. Пророк Мухаммад, саллиллахусалям, он тоже у нас. У нас религия одна, ислам. И мы должны сплотиться вокруг этой религии. Что бы то ни случилось, и в радости, и в горе, чтобы мы были всегда вместе. Вот так же, как и сегодня собрались в месяце Рамадан. И в другие месяцы тоже, чтобы мы собирались. И в этом причина, конечно, сегодня вы стали, Рустам Шакурович, вам большой баракат. За вас мы дуа сделаем, иншаллах. И во многом вы много делаете для ислама, я это вижу, и я это знаю. Поэтому и в дальнейшем, дай Аллах, чтобы вы стали вот таким помощником для ислама. Амин, Аллах. Ходжи, мы Коран почитаем, иншаллах, дуа сделаем, если вы позволите, потихоньку, что мы тоже...